Аплодисментами участники Кубка Краснодарского края среди мужских и женских команд дают старт полуфиналу. Соревнования по кёрлингу на арене «Ледяной куб» стартовали 23 декабря. У нас играло примерно 80 спортсменов, 4 лучшие команды мужчин и женщин вышли в полуфинальные игры. У нас было задействовано максимальное количество дорожек, все 6, которые находятся у нас в ледяном кубе. В полуфинальных матчах и финальных будет задействовано 4 дорожки. Потому что из каждой подгруппы, в которой было по 6 команд, мужчин и женщин, уходят 4 лучшие и затем играют в полуфиналах и финальных матчах. На дорожке А что за команды встречаются? На дорожке А у нас полуфинал у команд мужчин. Играют сборная Сочи и команда юниоров. Тоже из Сочи? Да, да. Все команды у нас представлены из Сочи, потому что кёрлинг у нас развивается непосредственно только здесь, чему мы очень рады. Олимпийское наследие. Да. Хорошо, на второй дорожке кто играет? На второй дорожке также у нас играют наши юниоры, первый состав и команда уже более возрастная, сеньоры. На дорожке С у нас и Д женский полуфинал. Играют команды Мавы, Инфинити, юниорская сборная, которая у нас на Кубке России заняла второе место. Здесь уже представлены ребята, те, которые с разрядами, у нас и кандидаты в мастера спорта. Девочки выполнили на Кубке России мастера спорта, но, к сожалению, не хватило количества побед. Необходимо 7 для присвоения мастера спорта. Поэтому будем добиваться дальше спортивных успехов уже в следующем году и побеждать уже все игры. Вот они, обладательницы серебра российского турнира команда юниорки. Возглавляет ее скипер Мария Игнатенко. На этом старте их соперницы команда МАВЭ. Название получилось от первых букв имен спортсменок. Конкурентки молодые, но сыгранные. В любом случае, все зависит от игры. У нас классический кёрлинг, женский. И мужской. То есть в разных группах мы играем. Ну, у нас в основном, мы, считай, самая старшая команда. Все остальные нас чуть-чуть поменьше. Помладше. Это сколько лет? Девчонки. Ну, примерно от 12 до 18 у нас. Так как мы вышли с первого места из группы, у нас, так сказать, право выдается выбрать. То есть уже хаммер у нас есть, нам дается, так как мы вышли с первого места, и также мы можем выбрать цвет камней. Вот. То есть, а соперник, соответственно, на разминку. А чем вы ассоциируетесь, когда выбираете цвет того или иного, да, камня? Ну, вот как по настроению, как вот такой настрой, кажется, что вот красный сегодня будет лучше, там завтра зеленый. Еще зависит от дорожки, на которой мы играли. Если, допустим, в другой игре мы играли на этой дорожке желтыми, то и выиграли, то мы скорее выберем желтый цвет. Вот. Если проиграли, то лучше заменим другим цветом камней. Я уверена, что мы выиграем, так что не знаю, будем бороться до конца. Но все-таки бывают такие ситуации, когда ну вот не пошел камень, например. Бывает, или... очень часто, конечно. У всех ошибаются, никто у нас не роботы. Вот, но все ошибаются и без ошибок никак. То есть, но главное ловить соперника на ошибках и пользоваться и ошибками их. И, то есть, и выигрывать. Девчонки молодые и могут сыграть очень хорошо, поэтому сразу так и не скажешь, то есть, как пойдет игра. То есть, если мы будем больше ошибаться, то, конечно, там уже и до 8-го энда может быть борьба. Так что там еще пока непонятно. У нас все девочки кандидат мастера спорта, только одна у нас Полина Мурзина, у нее первый юношеский разряд. Но сейчас на кубке она
должна КМС сделать была, подтвердить свое звание. Получить кандидата в мастера спорта Полина Мурзина сможет, если команда юниорки завоюет первое место на этом турнире. Пока игра идет хорошо. Кстати, даты проведения полуфинала и финала Кубка Краснодарского края в этом году для Полины удачно сложились. 25 декабря у нее день рождения. Кёрлинг стал моей семьей, и мне очень приятно день рождения проводить в этом месте. Как так вышло, что совпали дни, я не знаю, но я очень рада этому. Как сейчас идет игра? Уже завершился второй энд, третий начался. Какие результаты? Результаты хорошие. Мы во втором энде взяли 6 камней, несмотря на то, что в первом отдали 1. Сейчас у нас пока странная ситуация. Под конец энда мы поймем, сколько мы можем взять или сколько отдать. Это очень широко. Это вообще 5-0, Саш. Ты выехал вообще на 7? За первое место борется и мужская команда, в состав которой входят 3 краснодарских спортсмена, взявших золото на Кубке России из 16 команд. На этом турнире за ними последний бросок. Сейчас на данных соревнованиях мы играем против команды Краснодарского края тоже. Играем красными камнями и за 2 энда взяли 3 камня. Это хороший результат, мы в преимуществе и я думаю, что мы выйдем в финал. Последний бросок дает больше преимущества и последним броском может решиться энд. Этот сезон завершили, мне кажется, очень хорошо. И если выиграем мои соревнования, плюс в копилку медалей. Капитан у нас Арсений Шкович. На 3-м номере у нас играет Егор Волков. 2-й Топчан Альберт. И я играю на 1-м номере. Самый главный конек то, что у нас очень хорошее взаимопонимание между друг другом. Я считаю, это самое главное. У меня кандидат в мастера спорта и... Если бы на тот момент, когда мы выиграли Кубок России, было бы 16 лет, уже был бы мастер спорта. Придется доказывать вновь, да? Да, придется доказывать вновь и занимать первое место. Как ты считаешь, эти краевые соревнования все-таки хороший опыт для того, чтобы потом опять выступить хорошо на России? Да, все соревнования, мне кажется, с каждым соревнованием ты набираешь больше опыта. И это, считаю, очень хорошо, что у нас часто проводят соревнования. Внимание, вес! По-моему, пока есть! Очень свит! Очень! Не менее жаркая битва разгорелась на соседней ледяной дорожке. Здесь играют команда «Сочи-1» и просто любители кёрлинга, назвавшие себя «Scottish Clubmen». Мы сейчас играли, можно сказать, ничью, 1-1 за 2 энда. Наш соперник – юноши Краснодарского края. Серьезные соперники? Ну, конечно, они натренированные. У нас вообще первое соревнование. То есть вы любители, как вы попали на краевые соревнования? Почему изъявили такое желание? Проявили энтузиазм и тренировались, чтобы вот появилось у нас желание, мы на него вышли. Впечатление хорошее, следили давно, нравилось нам наблюдать за этим, поэтому стали играть. Как думаете, кто победит? Победит дружба, спорт. Ну а
пока у всех команд впереди еще как минимум 4 энда, и то в случае, если кто-то будет сильно отставать по очкам. Вообще в кёрлинге каждая игра длится 8 эндов. Один состоит из 10 периодов. На каждую игру дается по 130 минут. В каждой команде по 4 игрока. Они поочередно выполняют по 2 броска в каждом энде в определенной последовательности, чередуясь с соперником. Результат матча определяется большинством полученных очков после завершения всех эндов игры или в случае, когда команда признает победу соперника или когда одна из команд математически не имеет шанса выиграть. Если по окончании игры счет равный, играется экстра-энд и выигрывает команда, первой набравшей очки. Являются заключительными в сезоне 2019 года. Да, здесь можно повысить свои разряды, но они не являются отборочными на последующий год. По итогу наших краевых соревнований, первенств кубков, можно попасть в сборную Краснодарского края. Да, это в любом случае престиж для спортсмена. Судейский состав у нас хорошо укомплектован. У нас есть и судьи всероссийской судейской категории, также и судьи первой, второй и третьей. Все очень внимательно относятся к судейству, потому что, как я уже говорила, у нас и самый лучший лед, самое лучшее оборудование, и арена полностью оснащена, и очень приятно работать в таких условиях. Я думаю, что будет большой накал страстей, поэтому победит сильнейший, посмотрим, увидим. Результатом полуфинала среди мужчин за первое место боролись первый и второй состав юниорской сборной Краснодарского края. Среди женщин борьбу за победу в финале продолжили юниорки и команда «Инфинити». В итоге больше взять очков, а значит и стать лучшими, среди женщин удалось юниоркам. И именинница Полина Мурзина получила звание мастера спорта. Среди мужчин первое место заняла команда «Юниоры-1». В любом случае, в краевых соревнованиях победила команда Краснодарского края, и с этим не поспоришь, как, впрочем, и с тем, что это последняя наша передача в этом году. Ну а в следующем мы снова выйдем на старт. Поэтому мы с вами не прощаемся, а говорим вам до свидания.